Здравствуйте, дорогие телезрители! В эфире передача «Хранители памяти». И мы продолжаем рассказ с временной выставки «Тверская Атлантида» в Центральном музее древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева. Сейчас, когда вы видите эти кадры, выставка уже завершила свою работу. Она работала до 8 января. А мы продолжаем знакомить вас с произведениями искусства, привезенными сотрудниками музея имени Андрея Рублева в 60-е и 70-е годы 20 века из Тверской, тогда Калининской, области. Многие из тверских икон входят в постоянную экспозицию музея. Другие, хранящиеся в фондах, были представлены на выставке «Тверская Атлантида», открывшейся в юбилейный год 75-летия основания музея. Здесь можно было увидеть как образа 15-16 веков, так и поздние произведения 17-18 столетий. Все они были спасены, отреставрированы и изучены сотрудниками музея имени Андрея Рублева. Вот в этой части нашей выставки собраны памятники, которые были найдены на севере и северо-востоке области, где исконные тверские земли соприкасались с новгородскими владениями, ростово-ярославскими, московскими, и где, собственно, была очень сильна такая уже в 18 и в 17 веке такая струя народной живописи. И тоже памятники, найденные здесь, они чрезвычайно интересны. И здесь много было найдено и древних памятников, и памятников уже 17 и 18 веков. И вот икона Преображения из села Чемерово Весьегонского района, она очень важна. Важна для истории экспедиции в Тверскую область, потому что в этом селе наши сотрудники, попав в Тверскую область, побывали первым. То есть это было первое село на их пути по Тверской области. И в этом селе сразу же ими были найдены две древние иконы. Одна – Преображение, начало XVI века. Другая икона – апостол Павел, 15 века. Она находится в нашей постоянной экспозиции, принадлежит к шедеврам нашей коллекции. И вот церковь Казанской Богоматери, она в это время была действующая. В ней был священник, отец Михаил Данильцев, уже в это время почтенный, маститый старец, но полный силы, крепкий. И он как раз передал нашим сотрудникам эти две замечательные иконы. С них, можно сказать, началась наша тверская коллекция. Особенно вот мы очень радуемся, что у нас находится здесь Преображение на этой выставке. Дальше тоже очень интересная икона, рядом с ней висит. Это икона Параскева Пятница из села Поречье Бежецкого района. Север Тверской области, Бежецкий верх, новгородские владения. Но, тем не менее, икона, она не новгородская, она тверская. Мы не знаем, как она туда попала, никаких сведений нет. Храм был создан гораздо позже. А икона относится к началу XVI века.
Икона уникальная. Здесь изображена Параскева Пятница, святая. Она в таком голубом, красивом, глубоком платье, в тунике. На ней красные мафории, на голове золотой венец, в руках крест и белый свиток с символом веры. И живопись очень тонкая, и сама фигура чрезвычайно грациозная, такая вот с удлиненными слегка пропорциями, очень изящными, которая близка как раз живописи московского круга этого времени. Но тем не менее, как бы находясь в этой вот такой утонченной, изящной живописи, характерной для Москвы, икона, тем не менее, является произведением тверского мастера. Мы ее узнаем по характерному колориту. Вот. И, скорее всего, она была написана все-таки в самой Твери, а вот в это место удаленное попало каким-то случайным образом, каким мы сейчас не знаем. И что же еще интересно в этой иконе? Надо сказать, что изображения Параскевы Пятницы с житием, они достаточно для этого времени редки. Затем, уже в более позднее время, в этих областях северных, мы находим огромное количество памятников с изображением Параскевы Пятницы, с житием, но они все относятся уже к XVIII веку. Здесь в каждом клейме очень идет подробный текст с описанием жития святой. Это редкость. Обычно тексты ограничиваются одной-двумя строками. Здесь их гораздо больше. И сама редакция этого текста уникальна. И надо сказать, что изучение палеографические, то есть палеографии, написание этих текстов, они тоже очень важны. Их много, их можно было легко изучать. И вот благодаря этому изучению можно было уточнить датировку иконы, что было, собственно, проделано в нашем музее. И она введена в научный оборот, эта икона. Они существуют статьи специальные, чрезвычайно важные для нашего собрания и для вообще истории тверской живописи памятника. Во время экспедиции происходили много интересных встречи, события, замечательная встреча с отцом Михаилом. А вот эта икона с изображением Богоматери также имеет свою очень интересную историю. Она была найдена в сарае, который прилегал к церкви, к отцу. Но по воспоминаниям местных жителей, она была принесена и помещена в этот сарай из другого храма, из соседнего села Раменье. В то время там церковь уже была разрушена, не существовала. Поэтому, происхождение этой иконы из Раменье, скорее всего. Возможно, она и в церковь Раменье попала тоже каким-то случайным образом. Потому что это не целый образ, это фрагмент царских врат. Верхняя часть, фрагмент композиции «Благовещение» с изображением Богоматери. Это прекрасная икона, очень характерная, тверская, XVI века, которая относится также к такому посадскому слою культуры древней Твери. Яркий, очень голубой фон, яркие одежды, такая живописная лепка Личного, как раз характеризует и отличает живопись тверских земель. Oh.
Дорогие телезрители, мы еще продолжим рассказ с выставки «Тверская Атлантида». А сегодня время нашего эфира подошло к концу. Всего вам доброго. До свидания.